Луганский государственный университет имени Владимира Даля за свою столетнюю, более чем столетнюю историю всегда являлся кузницей высококвалифицированных профессиональных кадров для промышленности нашего региона. Донбасс всегда являлся сердцем, индустриальным сердцем сперва Российской империи, потом Советского Союза. И для того, чтобы это сердце начало биться вновь, необходимы молодые, энергичные, высококвалифицированные кадры, которым будет интересно, которые будут продолжать и развивать это направление. Сегодня в постоянно меняющемся мире, в век новых технологий, все-таки возрождаются инженерные специальности. И очень востребованы и технологи, и инженеры, и механики. Нам удалось сегодня показать ребятам наши наработки. Мы участвуем в общероссийском проекте ЖВУЗовская студенческая техническая корпорация, участники проекта «Родстер Крым». Мы рассказали им о том, как мы работаем с Бауманским университетом, что мы делаем, показали наши конкретные наработки. И в данном случае, я думаю, у них глаза загорелись, им захотелось в этом деле поучаствовать. Надеемся, что все-таки получится. Так, провели экскурсию. Была показана лаборатория грузоподъемных машин и подъемных сооружений. Ознакомились ребята со всеми нашими стендами и моделями, которые действуют в рабочем состоянии все. Это очень здорово, и я рад, что университет имени Даля позволяет ученикам и довузовцам побывать на таких мероприятиях. Наш институт открыл двери для молодых абитуриентов, которые пришли и могли на своими руками попробовать, посмотреть, пообщаться с профессорами, с ведущими профессорами именно по направлениям, которые им интересны. Ребятам хотелось бы пожелать то, чтобы выбранную ими специальность, направление, какая бы она тяжелая ни была, они всегда шли смело, шли с интересом. И с учетом того, что наш край будет развиваться, у них большое будущее.